Приходят Рома и говорит: а ну ж, посмотри на мои золотые ботинки, я их специально для тебя надел. А тебе нравится мой цилиндр? То есть этот человек был праздник, помимо того, что это был гениальный басист, и говорить о нем в прошедшем времени даже мне сложно, поскольку Роман Гринёв — это та субстанция, та энергия, которая продолжает для нас, для всех, где-то существовать, где-то жить.